Молодец. Как ты красиво пишешь сегодня. Давай заканчивай и получишь жетон. Похвала за каждый, даже маленький успех – ключ к сердцу Карима, говорит сьютор, специальный педагог мальчика Диана. Со своим подопечным девушка познакомилась 1,5 месяца назад. За это время ребята успели подружиться. Общаются сьютор и ученик даже вне школы. Пытаемся, да, поддерживать такие дружеские отношения с ним, потому что он мальчик действительно с какими-то интересами. Он бац, забирает у мамы телефон и скидывает мне селфи свое. Тьютором быть достаточно нелегко, потому что эмоционально это очень сложно, физически даже сложно. Но они справляются. В ресурсном классе у каждого ребенка персональный тьютор. Специально обученные педагоги проводят с детьми дополнительные занятия и следят за эмоциональным состоянием своих подопечных. Ведь душевный мир такого ребенка очень хрупкая материя, объясняют учителя. Дети с аутизмом реагируют на самые простые действия очень остро, потому для них особенно важна упорядоченность. Уроки, как в обычных классах, у первоклашек по 40 минут. Но для этих ребят концентрироваться сложно, поэтому в середине занятия обязателен перерыв. В целом расписание ребят соответствует обычному. Особенные дети иногда посещают и обычные уроки. Так им проще социализироваться, говорят педагоги. Они очень хотят общаться, очень хотят, чтобы их любили, чтобы их понимали. И действительно, со своими сверстниками они могут, как говорится, очень хороший и большой шанс получить, чтобы завести друзей, чтобы получить дальнейшее образование. Своих учеников педагоги учат не только письму, математике и чтению, но и самым обычным навыкам. Например, тому, как общаться с окружающими. Специалисты отмечают, что такое обучение нужно начинать как можно раньше. Очень важно начать развивать и заниматься с этими детьми до 3 лет. Если вы начали заниматься вовремя и в последующем регулярно занимаетесь с ними, развиваете их, то эти дети, как и все нейротипичные дети, они обучаются в университете, они находят, получают определенную профессию. Молодец, Лизонька, ты достаешь только теплый. Куратор класса Светлана не исключает, что уже на следующий год кто-то из этих ребят будет учиться в обычном классе. Альмира Низамова, Роман Фенин, телеканал «Эфир». Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».